А? Привет, Женька. Привет. Поехали. Дима. Ой, солнышко. Подожило на солнышко. Ходили мы снимать детские. Да? Ходим раз в месяц, через месяц. Ну что ты? Ну какой у него смотрит, какой у него мордашечка. Какая мордашка, смотри у него. Ему нравится на солнышке. А папа, быстрее, быстрее. Быстрее, быстрее, все. Так тепло на улице, здесь такое солнышко. Прям зашла и меня сразу вызвали. Только квиточек вылез. Там B100 и меня прям сразу. Первый раз такой, сколько ходим. В пятницу ходить надо, видимо. У нас снег. Красиво так все. Беленькое. Дима уцеплился, да, Дим? Да? Ты сегодня в комбинезон зайца одетый? Да? Солнышко на тебя погреет, пускай. Да? Диме тепло. Женька, помаши ручкой. Пошу. Смотри, как он на тебя смотрит. Как кот на сметану. Варежка. Снимала я в Сбербанке. Всегда хожу. Не, просто некоторые ходят на почту, снимают. Не знаю. Я в Сбербанк ходила, мне на Сберкнижку перечисляют. А на почту не знаю, как. Не сюда уже мы ходили. Здесь плохо тем, то, что с коляской тут не подымешься. Для инвалидов есть там какое-то место? Ну, не знаю, с детьми, с колясками там поместимся мы там или нет. Не знаю. Вот у нас солнышко наконец-то вышло. С утра было у нас пасмурно. Рябинку. Сейчас мы пойдем в гудок за детским питанием. Димульке я хочу купить творожки. Вот. Смесь мы уже купили, много накупили, он ничего не особо ее уже пьет. Ну, постепенно выпьем как раз. 18 месяцев. И творог хочу купить. Йогурт. Не особо, я больше люблю творог. Йогурт не та, неизвестно, с чего он там сделан. У нас тут магазины. Жень, может, за мясом зайти? Мясо? Ну да, пока мы тут идем. У меня, правда, 2000-ая. Я думаю, мне разменяют ее. Давай я зайду сейчас. Зайди тогда я. Зелень там. Виднеется. Зелененькая. Зелень всегда смотрится хорошо на белом фоне. Снега. Да? Зашла за мясом. Купила копытце. Будем делать холодец. Кстати, надо еще этот купить, желатин. У меня там мало. Вот. Хотела мясо купить, но его не было. Взяла копытце, увидела, взяла копытце. Ну ладно. Два копытца получилось на 30 рублей. Вот холодец за 30 рублей. Перебирать их, правда, конечно, долго. Но зато они для суставов полезны, да, Жень? Чего? Да? Машины нет, я не слышу. Ну ты скажи «да». Да. Все. Вот. Может быть, туда еще холодец, что-то еще надо купить. Вот я когда уже вышла, как вспомнила. У нас красиво очень. Больше мне нравится, когда снег лежит на деревьях. Ну, так тоже хорошо. Какое у нас сегодня число, Жень? 23-й, по-моему. 23-й? 24-й раз. Ну, да, 24-й. Ой, ноябрь? Ноябрь. Только 24-й, а уже снег у нас. Зеленушечка. Там с той стороны скверик. Пятерочка. Там был, кстати, еще
хозяйственный магазин всякие посуды, плацетки. Вот и ехал. И теперь мне даже посуду покупать негде. Приходится по большим магазинам ходить. И ехать куда-то. Так, сейчас мы куда идем? Сейчас мы идем в Билайн, да? Где-нибудь получить денежку положить себе на интернет. Да? Ты положи сразу рублей 100, пока есть. 100 положу, наверное. Тебе потом ты 5 дней, 5 месяцев не будешь ходить, как надо. Наверное, да. Ой, там ямка. Вот. Все. Хотя ты каждый раз говоришь, что ты положишь 100 рублей, но при этом ты не кладешь. Ах, какое дерево красивое. Ай, не успел сфотографировать. А тут шубки, батюшки. Ну, магазин открылся. Бутик цветовой. На английском половину. Идешь иногда и думаешь, в России я иду или нет. А, возьми. Чего? Возьми. Что? Ну, возьми ее. Да ладно, там сумка, господи, там килограмма даже нету. Нет, есть килограмм. Ну, давай я дальше. Давай. Перчатки одену. Перчатки зачем? На улице жарить, ты что? На улице жара. Ай, лужа, лужа. А тут тепло. А вон там у нас, кстати, находится небольшой такой скверик, трамвайный парк. Там очень внутри красиво. И есть экскурсия. Правда, в прошлом году мы так и не попали, потому что то ли мы звонили, а нам дали телефон, да, мы звонили. Так они дозвонились до туда, чтобы узнать цену, когда и как пройти туда. Если пройдем в следующем году, то обязательно на камеру все это запишу. Потому что там интересно очень. Вообще я люблю такие места запретные. Тут у нас сквер Мичурина, к которому мы уже с вами ходили. Тут у нас золото 925-й пробы. Ой, не золото, даже что я сказала, серебро. Серебро у нас тут. Тоже, кстати, туда заходили. Большие цены, дорогие, ну, знаете, я не люблю серебро, я люблю золото. Оно смотрится красиво, богато. А вот тут как рельсы какие-то, да? Как волны из земли. Лавочки такие, кто-то придумал. Со стороны. А, Женька! Привет, Женька! А ты что тут делаешь, Женька? А ты куда идешь? Идем. Женька, а ты куда идешь? Расскажи. Куда ты, туда и я. Куда я, туда и ты? Куда ты, туда и я? Тут дом. А в этом доме мы хотели сначала купить квартиру давно. Дима! Димочка! Ты какой грустный. Тепло тебе, да? Самара, мегахенд здесь, типа как секонд-хенд, все вот, жду, когда он там съедет, все никак. Кто на меня смотришь совсем? Кто ты на меня не смотришь? Кто ты не смотришь на меня?
Смотришь? Ты какой мордяшка хороший. Вот он, Женька в Билайне стоит, оплачивает. Ёлочки, дома старые. Да? Вот так выглядит парк в начале зимы. Эти листочки тут лежат такие. И в середине зимы сюда придем. Особенно вот тут. Так классно. Все уже пусто. Никто не гуляет, не играет. Ну вот мы дома пришли. Сходили в Ленту, еще в Пятерочку сходили. Покупки. Так, Ленту. Купила такой йогурт. Захотелось мне йогурт. Это купила в Ленте с печенькой. Такая печенька. Каскад. Не знаю, просто взяла, где много. Даже не смотрела. 49 стоило. Так, это 49 стоило. Это 72. Они все по 83. А это была 72. Потому что там черника и ежевика. Так, детское питание. Творожки по 21 рубль. Эти по 25 или 27. Я уже не помню. У нас там кто это у нас? Ряженка. Вот. Творожки, вот творожки, все творожки. Это были новые по 21 рубль. Вот. Сейчас думаю, жалко, что взяла их мало. Надо было побольше, пока не по 21 рубль, потому что обычно они у нас стоят 23, 24, да, 26. Вот я пришла по 29 они были. Вот взяла, что подешевле. Так, муж купил бигланч. Хотели купить курицу. Вот, но пока шли, чуть не рассорились. Вот, очень сильный был ветер, настолько сильный, что коляску было тяжело просто вести вперед. Вот. Не знаю, может, курицу завтра купят, завтра запекем. Так, купили черную тарелку. У нас одна тарелку муж разбил. Вот, будет у нас вторая. Да, вот одна черная. Надеюсь, я не перепутал. Муж купил хлеб. Так, сейчас я это уберу и достану вторую сумку, потому что не помещается у меня здесь ничего. Покажу, что мы еще купили. Так, ну вот вторая партия. Желатин, я не помню, сказала или нет. Кувшинчик. По 109 рублей был. Так, давно его хотела. Так, сколько миллилитров? А, 260 миллилитров. Купила больше, наверное, так вот для красоты. Мне нравятся такие вот. Стекло такое необычное. Так, печеньки. Около 30 рублей. Кстати, фигпрайс. Я раньше такие печеньки покупала рублей за... 11 или 15, вот как-то так. Мне что-то вдруг захотелось, но вот только такие были. Сырок где-то 25 рублей. Это 109. Это на обзор буду записывать. Будем с вами смотреть. Отличается она, шоколадка, от того, что нам показывают здесь или нет. Даже самое интересное, долго думала, брать, не брать. Думаю, надо взять. Потому что, наверное, людям интересно. Все-таки она стоит 109 рублей. И здесь даже не 100 грамм. Здесь 85 грамм всего. Представляете? 85 всего. Она вообще легкая. Вот есть еще два вкуса. Там кофейный и молочный. Я взяла с клубникой. Сегодня, наверное, может быть, буду записывать. В ближайшее время вам выложу. Чтобы было интересно. Так, ну, творог детский. Сразу закупаю побольше. Потому что в следующий раз идти в Ленту. Не знаю, когда мы пойдем. Вернее, в Гудок. И купила себе баунти. Вкусняшки. Так, ну и все. Еще взяла кучу всяких журналов. Вот. Не знаю, может быть, с вами. Интересно вам, неинтересно. Можно посмотреть, что там в Ленте продается. Что там как. Вот. Так вот мы сходили. Готовим ужин. На ужин у нас сегодня вот такие вот. Сейчас мы их будем заливать. С грибами я заберу себе, наверное, а мужу с курицей. Обзор на них я уже делала в прошлый раз. Есть отдельный ролик. В принципе, они неплохие.
довольно вкусно. Есть вообще там какие-то вкусы непонятные. Так, сейчас я возьму. Ну, тут, как всегда, зеленушечка, мясо. Так, здесь что-то... А, нет, специи, да. Вилка такая. Так. Зелень посыпаем. Специя. Видно? Видно. Специю высыпаем. Так, специи. Кто там у нас еще? А, мясо. Мясной соус. Пока начнем. Хотела еще сегодня купить свои любимые пироженки. Проходили там рядышком, но было закрыто. Горел у нее свет, но был закрыт. Видимо, она покушать отошла. Вот. И остался сегодня без пироженок. Но зато купила другие вкусняшки всякие себе на ужин. На вечер, вернее. Так. И тут заливаем. Так. И вот здесь вот. Там мой компотик с клюковкой. Так, закрываем. Сейчас я... Где мои блюдца? Одно блюдце. И второе. Тут блюдце перестало хватать. Так, вот. Одно блюдце. Ой, такой запах офигенный. Такое впечатление, как будто кто-то... Ой, сейчас чихну. Ой. Как будто кто-то готовит дома, домашняя еда, как будто как вот в гости, когда приходишь кому-нибудь, там кто-то приготовил много вкусняшек, и такой запах вкусняшек. Вот от них повеял такой же. Так, они пока у нас тут накрыты, постоят. Мы с вами сейчас будем готовить другую вкусняшку. Десерт. Такие вот я стаканчики приготовила. Мы будем делать в них. Вот, туда мы сейчас сначала печенье наше разломаем. Вот, обыкновенное печенье. Я уже тут состав посмотрела нормальный. Ну, просто без Е добавок, но куча всего написано. Вот. А в этом в йогурте там три. Три, по-моему, что ли. Так, раз. Три, да, три Е добавки. Вот, видно вам. Блин, такой состав большой. И... В принципе, здесь 950 грамм, почти литр. Я так подумала, пока шла. Думаю, блин, я могла дома сделать сама. У меня получилось 2 литра. Как минимум за 100 рублей. А здесь 72 рубля у него. Наверное, ну ладно. Мне так быстренько захотелось. Именно сейчас там точно. Йогурт, ладно. В следующий раз, кстати, мы будем с вами вместе делать сами йогурт. Вот. Кто хочет, также напишите в комментариях. Кто хочет... Может, побыстрее узнать рецепт йогурта. У меня есть 3 рецепта разных. Самой такой основы йогурта, то есть без вкуса. А там уже на любителя можете добавлять. Что такое? Ой, ой. Ой, какие-то. Это кто? Мышонок, что ли? Так, сейчас я... Возьму я тарелочку, чтобы разламывать. На нее буду сейчас. Или над ней лучше. И складываем в стаканчики. Частички печеньки нашей. Муж съест быстро, и поэтому
Он, как бы они не успеют настолько раствориться там. Вкусно. Такой вкус. Необычный. Набрасываем где-то полстакана. Вот так вот где-то, да. И мой стаканчик. Где-то там тоже так вот. Еще печеньку сейчас. Так вот. Так, кстати, я времени засекла. А, уже 8 минут. Записывать, значит, где-то рядом. Еще такая печенька остается. И здесь вот, кстати, есть полосочка. Мы по ней отрезаем. То есть не больше, не вот так, вот не так. Именно полосках. Хотя, честно говоря, я люблю отрезать прям маленькие струйки, чтобы шла поменьше. Вот, и наливаем. Наливаем уже сначала. Что там? О, какой он, смотрите. Что-то мне казалось, что он будет белый. И наливаем себе. Сразу уже гораздо меньше стало. Вот, может быть, она валится. Да, она булькает. Видите, булькает. Она еще холодненькая немножко. Сейчас я покажу, как это получилось у нас. В принципе, не особо это все видно так, как мне хотелось. Да, вот только вот тут единственное. Или казалось. Тут. Вот. Но оно потом просочится. Будет очень вкусно. И сюда можно ложечки красивые вставить. Я хотела сначала вставить красивые ложечки свои, но мне сейчас чисто, честно, лень искать их. Сейчас устала очень сильно. Вот. У мужа уже даже всплыли они. Вот. В принципе, на сегодня это все. С вами был канал ArtMania и моя семья. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите комментарии, хотите ли вы вместе со мной приготовить домашний йогурт. У меня, как я говорила, уже 3 рецепта в комментариях мне напишите. Я пойму, что кому-то это интересно, кто-то хочет. И мы его приготовим, там ничего сложного нету, все очень легко. Вот, и подписывайтесь, и всем пока-пока.